В центре внимания инспекторов – водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам. На вопрос полицейских о причине нарушения водители, как правило, отвечают, что не заметили пешехода или очень спешат. Составляя административный материал, полицейские объясняют нарушителю, к каким последствиям приводит такая невнимательность на примерах ДТП, которые достаточно часто случаются на сочинских дорогах. В этом году количество аварий увеличилось на 20%. Дополнительные наряды ДПС дежурят там, где часто ДТП случаются по вине пешеходов. К административной ответственности в ходе рейдов привлекали и их, тех, которые переходят дорогу в неположенном месте, рискуя здоровьем и жизнью. Госавтоинспекция города Сочи на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Водитель, не пропустивший пешехода, привлекается к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. Пешеходы, переходящие проезжую часть дороги в неустановленном месте, привлекаются по статье 12.29, часть 1. Только за один день к административной ответственности за данные нарушения было привлечено 28 водителей и 18 пешеходов. Они заплатят штрафы.